вся проблема. Это так вот эти ручьи оставляются, откачивать. Когда насос нормально качает, он канализацию свою выкачивает. Они не могут сделать помпу, у них денег нет поставить, чтобы качало. Дождевая вода даже, которая попадает, она в канализацию там немного. Вот стекала. Смотрите, они вырыли вот этот ров сюда, в эту канализацию, которая вот она стоит, ее хорошо видно, что она полная. Люди оттуда качают, значит, там они людей спасают, а мы здесь должны опять непонятно как. Ну вот вчера с Чапаевской, у них, видели, к порогу подошла вода. Ну и что? Понимаете? Ну, я так и они ее качают сюда, в канализацию, а канализация вся стоит. Насос, если бы нормальный был, он откачивал, не было такой проблемы. Вот когда были МЧСники, качали, у нас все это все ушло, проблем не было. Здесь еще она чуть ниже уровня, потому что где-то, видно, есть канализация ниже, и там полная. Вот у нас ниже. Так они вот эту канализацию вот с того нового дома сюда пробили и поставили. Зачем она здесь вообще?